Консолидированный бюджет Чувашии превысил 100 миллиардов рублей. Об этом на еженедельном совещании сообщил министр финансов Михаил Ноздряков. По данным Минэкономразвития, индекс промышленного производства в 2023 году составил 126,9%. Инфляция – 7,3%. Показатель ниже среднероссийского уровня. Отгружено товаров на 426 миллиардов рублей, что на треть больше аналогичного периода прошлого года. В 2023-м выросло производство молока и мяса, чуть снизилось производство яиц. По темпам строительства республика на третьем месте в ПФО. За счет всех источников финансирования введено 780 тысяч квадратных метров жилья. Существенно вырос и турпоток. За 12 месяцев в Чувашию приехали порядка 800 тысяч человек. Это в полтора раза больше данных аналогичного периода прошлого года. Впервые консолидированный бюджет Чувашии превысил 100-миллиардную отметку и составил по доходам 106,5 миллиардов рублей. Выросло поступление налогов на 23%. По темпам роста налоговых доходов республика находится в тройке лидеров ПФО. По динамике поступления НДФЛ занимает первое место в округе. Год завершили достаточно хорошо. Это радует. Есть динамика, она положительная. Мы с вами закрепляем устойчивый рост. И еще подробно будем говорить о том, как нам это дальше, вот эту платформу, этот уровень достижения использовать в нашей дальнейшей работе.